Клима. Это главное предложение дня. Клима – это аромат, целая эпоха. Это аромат, который любят все, и именно так его характеризуют поклонницы. Он вызывает восторг, ажиотаж уже несколько десятилетий. Тем не менее, действительно, это легендарный аромат и изысканный шлейф. С 1967 года, да, самые яркие женщины страны знают о том, что еще помнят со времен Советского Союза. Это была не роскошь, это был абсолютный дефицит. Его не то, что было тяжело раздобыть, он казался одним из самых желанных подарков. И на сегодняшний день, да, кроме больших очередей, которые были, да, вот заветные коробочки синего цвета, советские граждане, они боялись, да, и женщине отпугивались высокой ценой. Несмотря на это, каждый мужчина страны копил сумму, необходимую для того, чтобы свою женщину сделать самой любимой. Аромат принадлежит цветочным зеленым композициям с 1967 года. Это ландыш, это нарцисс, это роскошный бергамот с жасмином, который переходит очень красиво в майскую розу, и персик. Это сандал и мускус, ветивер и бамбук. Это амбра и бобы тонко, которые являются насыщенным и стойким ароматом. Боже мой, главный секрет популярности является женственность, элегантность, изысканность. Модельеры создавали романтичные образы, которых не хватало именно в послевоенное время. Этот аромат был действительно утонченным и красивым. Этот аромат запомнился надолго. И уже, знаете, столько лет этот аромат действительно вызывает любовь наших телезрительниц. Вы знаете, конечно, я этот аромат помню из детства, потому что у моей мамочки был этот аромат, она является, ну, доктором, ее пациентка с супругом подарили Клима. Я помню, как мама, вообще, это был безумный дефицит, и как мама как раз использовала этот аромат крайне-крайне редко. И самое главное, вот сейчас даже наша аппаратная говорит о том, что аромат везде. Вы знаете, какой насыщенный, яркий, неповторимый и, самое главное, действительно такой, знаете, такой узнаваемый. Я помню, когда когда много лет назад я была, получается, в школе, там это начальные классы были, да, и пациентка подарила маме этот аромат, ну, знаете, для Дальнего Востока это было что-то, потому что она его пробовала буквально по капельке, да, он, поскольку он был из Франции, он был оригинал, и нужно было наносить его на себя. И знаете, у меня такое воспоминание из детства. Мама Клима, раньше вообще не принято было, чтобы люди спрашивали, что за аромат. Но я помню, когда мы стояли на остановке, женщина прошла и говорит: извините. Она прошла, она так обернулась, она говорит: извините, у вас Клима? Мама говорит: да. Она говорит: я сразу поняла. Это невероятно. Это мой любимый аромат. Или это аромат воспоминаний о маме. Этот аромат воспоминаний о детстве. Этот аромат – это легенда. Я помню, да, что, ну, когда я приходила домой, у нас, мы жили, у нас дом стоял на сопке, и там кругом лес. Представляете, моя мама была дома уже как час. Я шла, клянусь, и аромат этого шлейфа тянулся, и я знала, что моя мама уже дома. Его не купить было, его не достать было. Это цены 72 тысячи рублей даже сейчас. Это цены 52 тысячи сейчас. Это цены 36 тысяч. Вы посмотрите, да, причем вот как раз там уценка 14 миллилитров, уценка на 30%. И эта стоимость сейчас 36 тысяч рублей. Это для некоторых людей, давайте будем говорить откровенно, 36 тысяч рублей – это прожиточный минимум, да, для некоторых регионов на 2 месяца. Это лучшее предложение. Два аромата Клима, два флакона, ограниченное количество. Сегодня цена 799 рублей. Вы знаете, я с собой взяла даже сегодня телефон на эфир. Я чуть позже, да, я вот хочу сейчас зачитать...
зачитать сегодня отзывы наших телезрительниц о том, что это аромат, который в короткое любимое, да, еще истинный аромат оригинала, который бабушка покупала раньше, и потом мы нашли только ароматы на разлив. И именно сегодня я почувствовала аромат на телеканале Шопеншоу и заказала. Моя бабушка, любимая бабушка, она была безумно удивлена, когда я его забрала, когда я ей принесла. И вы знаете, что самое главное, сразу же после нанесения она сказала: «Боже, это именно тот аромат!» Несмотря на то, что здесь первые нотки очень свежие, действительно аромат подходит для холодной осени, для ранней зимы. После раскрытия он действительно согревает, знаете, как нашу душу, как именно теплый шарф. Что может быть ярче, чем это единственный аромат на туалетном столике? Клима ассоциируется абсолютно с женским ароматом и, знаете, с женщиной в красивом платье, на каблуках. Она может быть в шляпе, она самодостаточная, уверенная в себе, но без притязаний, да, именно. И вам нужно выбирать его буквально совсем чуть-чуть, тогда выбирайте его для себя и будьте действительно самый невероятный. К сожалению, на сегодняшний день аромат оригинала можно купить действительно за 50, за 60 тысяч рублей, но у нас цена на клима самая лучшая. Да, может быть, я честно скажу, он не будет такой стойкий, как был клима раньше в течение 3 суток, но поверьте мне, целый день он будет держать, поэтому я обожаю, выбираю. Мамочка, если ты меня смотришь, огромный тебе привет. Клима – это мое детство. Клима – это, наверное, первые духи, за которые я получила, Ну и наругали меня родители, потому что я очень много его на себя вылила, а мама очень, ну, как дефицит его использовала. И я помню, что я без спроса взяла аромат ее, вылила на себя, конечно же, и потом очень долго этот аромат был со мной. Наташенька, расскажи, пожалуйста, что для тебя аромат клима? Да, вот все его знают, все его любят, и мама говорит, раньше, когда все останавливались, она говорит, вот прям женщина пройдет, ты чувствуешь, это клима, все знают этот аромат. Леночка, да, действительно, это уникальный аромат, также из моего детства, потому что у мамы был пузырек этих духов, который она очень экономично использовала, не потому что ей не нравился, а потому что она не могла больше себе позволить. А для меня, ты очень правильно сказала, по поводу уютных вечеров, осень, когда зима, это же потрясающий, просто потрясающий, окутывающий, ласкающий, манящий аромат, который привлекает внимание очень многих, потому что, как и у меня, как и у Лены, это такие детские воспоминания, которые рождают в нас какие-то добрые эмоции, теплые. А сейчас, когда уже наступает такая холодная осень, очень хочется окунуться в это теплое состояние, а клима это действительно это сделает.